Привет, друзья! С вами тренинг Volume Terminal, и сегодня мы поговорим о сервисе сигналов ТВТ, их установке и настройках. Итак, переходим в наш терминал. Чтобы ваши сигналы приходили, вы выбираете в настройках общие опции сигналы на почту и звуковой сигнал. Сигналы будут приходить на ту почту, на которую вы регистрировали данную платформу. Звуковой сигнал будет отображаться у вас на мониторе. Вы выбираете галочки, ставите ОК. Для чего важны сигналы? Для того, чтобы вы могли, настроив вашу торговую систему, ждать определенных уровней, определенных объемов. И когда это происходит, вам в момент приходит сигнал на почту и на экран. Если же вы не за компьютером, то они вам будут приходить на ваше устройство, да, смартфон или на часы, смарт-часы, на планшет, туда, на вашу почту, где у вас находится почта. Соответственно, это очень удобно, вам не нужно быть постоянно за компьютером. И даже ребята, которые у нас в офисе, они профессиональные трейдеры, они не могут следить за всеми рынками одновременно. И когда срабатывает тот или иной сигнал по какому-нибудь из их инструментов, им не нужно за ними следить постоянно. Им приходит сигнал, они переключаются на него, анализируют быстро и принимают решение о входе и выходе. Это очень важно, как вы знаете в трейдинге, точки входа и выхода. Итак, как же настроить сигналы? Разберем, например, простой линии по нефти. Мы выставили какой-то уровень, выбираем правой клавишей, ставим здесь, пишем уровень 62.59, ставим галочку сигнал, нажимаем ОК. Таким образом, когда цена дойдет до сюда, к вам придет на почту уведомление. Если же вы решили удалить этот сигнал, у вас поменялось уже видение рынка, вы его просто удаляете таким образом. Также сигналы настраиваются практически на все наши инструменты, да, и в том числе и на объемы, и на индикатор, да, и на уровне Mirai, и на открытый интерес. Просто вы, выбирая, допустим, галочку «Сигнал», выбираете галочку «Сигнал», уровень устанавливается, и уже когда достигается данный уровень, к вам приходит оповещение об этом. То же самое касается уровня объема. Вы вставляете галочку «Сигнал», нажимаете «Ок», уменьшаете, допустим, количество уровней, и к вам придет оповещение о том, что достигнут тот или иной уровень. В данном случае уровень июнь 2019 года. Ну или есть выше, то декабрь 2018. То же самое вы можете, выбрав данный индикатор, удалить оповещение, да, это, если оно вам не нужно. Удаляете оповещение, все пересчитывается и все работает. То же самое вы можете на разных инструментах устанавливать разные сигналы, которые вам нужны или которые не нужны, да, то есть как вам удобнее работать с этим. В том числе по уровню Mirai, если, к примеру, вы выставите здесь сигнал, то вам придет сигнал, когда цена достигнет уровня High или уровня Low, которые являются ключевыми, работая с данным индикатором. Я уверен, данное видео вам помогло, и теперь вы будете более качественно входить и выходить из ваших сделок. И главное, получать от этого прибыль. С вами был тренинг Volume Terminal. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, скачивайте, изучайте новое. Всем прибыльных сделок и хорошего дня!